Jayam Svat Paramahamsa Paribrajakacharya Satara Sarasima Dhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda ki jai. Хари Кришна, дорогие преданные, мы с вами продолжаем нашу историю о Мадхавенда Пури. В первой части мы поговорили немножко о философских аспектах того, каков был его вклад в то, чтобы стать основоположником нашей Гауди Вишнавской Сампрадаи. И здесь мы поговорим о том, что с ним происходило, как он жил. Вот, и очень много уроков из его жизни, которые могут нам понять, как мы можем прийти к такому уровню, что стоит, как говорится, или что необходимо для того, чтобы обрести ту самую любовь к Богу, которую он принес сюда, в этот материальный мир, и который потом проявил в Чайтанье Махапрабху. И мы с вами находимся во Вриндаване, во Врадже, и Мадхавенда Пури, он, когда пришел во Вриндаван, он испытал огромное-огромное счастье. Как в Шримад-Бхагаватам говорится, что Вриндаван — это место, которое очень-очень дорого Кришне, которое очень нравится Кришне. Здесь эта песня Бхагаватам приводится удивительный стих. Вриндаванам Гавардханам Ямуна Пулина Нича Асясит Уттамам Притим Рамма Кришна Йохон Рипа. Что когда Кришна и Баларама, они увидели впервые лес Вриндавана, реку Ямуну, холм Гавардхана, Асясит Уттамам Притим, они испытали огромное-огромное счастье. И потом этому чистые преданные, когда они видят что-то, что связано с Кришной, и сам Господь, его чистые преданные, его святая Дхама, для них это становится удипаном. Удипан означает то, что пробуждает в нас экстатическую любовь. И Мадхавенда Пури, когда он пришел во Вриндаван, его настолько накрыло, он просто пел, танцевал, прославлял святые имена, он полностью был погружен в медитацию, он пришел на Гавардхан, он видел тот самый холм, который Кришна 5000 лет тому назад поднимал, проводил удивительнейшие игры. И это памятование Кришны настолько заполнило его сердце, что он ничего другого не мог делать, просто как Кришна, 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 Кришна. И так шло время, час, второй, третий, четвертый, пятый, день, второй. И он ничего не ел, ничего не видел, просто погружался в памятование Господи. И когда он вот так вот уже был на грани жизни и смерти фактически, да, к нему пришел маленький мальчик. И он сказал ему то, что «Бабаджа Махарадж, он отреченный человек, почему ты ничего не ешь, почему ты не собираешь бикшу, пожертвования? Здесь, на Гавардхане, никто не постится. И жители моей деревни, они послали меня, чтобы я как-то тебя покормил». И он взял вот этот, и он дал Мадхавенда Пури немножко вот этого сладкого риса, да, горшочек с молоком. И когда он видел вот этот горшочек с молоком, он попробовал этого молочка, и его настолько накрыло, он просто, тот экстаз, который был у него до этого, это были только цветочки. Ягодки начали сейчас. Он начал еще больше петь, танцевать, он просто вообще забылся. Он погрузился в какой-то внутренний экстаз. И в этом состоянии он от переизбытка эмоций, он потерял сознание. И в этот момент он потом пришел в себя, он проснулся, этого мальчика не было. Он начал искать его, где это, где это, где это, где это, где это. И эта разлука с ним, она опять погрузила во внутреннее сознание. И в этом сознании этот мальчик пришел к нему в облике божества. Он сказал то, что «Я здесь, меня зовут Гопал, именно я принес тебе это молочко». И я нахожусь в кустах, вот, в зарослях, вот, недалеко от холма Гавардхана. Пожалуйста, установи меня. Я хочу, чтобы ты мне поклонялся. Я так долго тебя ждал. Я хочу кушать, пожалуйста. И когда Мадхавенда Пури, он пришел в себя, он понял, что это был сам Кришна, который принес ему это молочко. Он побежал туда, в то место, которое ему Кришна показал. И он начал там эти заросли как-то расчищать и увидел, что там огромное, очень красивое божество. Такое, оно довольно большое, да. Гопал, он где-то примерно 1,5-2 метра ростом. Очень большое божество. И это божество находилось прямо там, в этих зарослях. И Кришна сказал ему то, что когда меня установил Махараджа Ваджранабха, это внук Господа Кришны,
который во Вриндаване, следуя наставлениям Шандилья Муни, он повсюду установил разные божества, он открыл разные святые места, он опять заселил Вриндаван, потому что все жители Вриндавана после ухода Господа Кришны, они вместе с ним вернулись в духовный мир, да? Поэтому там никого не осталось. И одно из тех божеств, которое установил Махараджа Ваджанабха, это был Гопал. И он пришел к Мадхавиндапуре и говорит, что мне очень тяжело, я долгое время находился здесь, в этих зарослях. И когда Мадхавиндапура увидел вот это, он попытался как-то это божество расчистить, но это было очень сложно. Он побежал в деревню, которая находилась внизу, подножья Говардхана. И он начал звать всех: «Люди, люди добрые, Гопал, 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 пойдемте его открывать, давайте Гопала расчищать, давайте Гопала освобождать». И представьте себе, вот просто Мадхавиндапури, это человек, которого никто не знал, вот, который был никем фактически. И, допустим, мы приезжаем в какую-то ятру, и нас никто не знает, и мы говорим: «Люди добрые, давайте вот такой-такой-то проект сделаем, давайте такой проект». И обычно, когда такой человек приезжает, если никто его не знает, вначале спрашивают: «А откуда вы Прабу? А кто ваш духовный учитель? А можно позвонить, там, скажем, вашему наставнику там, и так далее? Как у вас все ли хорошо?» Вот, потому что непонятно, кто он, мало ли какой-то там просто обманщик, лицемер. Но Мадхавиндапури, когда он начал звать всех жителей, то его желание послужить Гопалу было настолько сильным, настолько чистым, что Кришна, который находится в его сердце, он это желание просканировал. И тот же самый Господь, который находится в сердце всех Вриджабаси, он сказал им: «Да, давайте, давайте, помогите ему, помогите, это хороший человек». И вот он пошел туда вместе со всеми этими жителями Вриндавана, они раскопали Гопала, и они попытались его как-то поднять, но там несколько человек, они не могли поднять его. И тогда Мадхавиндапури взмолился: «Гопал, пожалуйста, я хочу послужить тебе». И он потом один в одиночку просто поднял Гопала, огромное, тяжелейшее божество, тяжеленное божество. И он решил его установить. И он на Говардхане, прямо на верхушке холма Говардхан, там была такая одна плита каменная, потом, то есть одна плита, другая плита, это как была такая симхасана, как висасана для Гопала. И он решил провести апишеку. Когда божества устанавливают, традиционно им проводится апишека. И он попросил, чтобы жители Вриндавана помогли ему в этом. И они начали с Говинда Кунды горшками приносить вот эту водичку. Да? Они умывали это божество, они читали ведические мантры, и все было бы хорошо. И после этого Мадхавиндапури понял то, что Гопал, он же голодный, он столько много лет не ел ничего, и надо его покормить. И он попросил жителей Вриндавана: «Пожалуйста, а вы можете для Гопала что-то приготовить?» И, допустим, вот у нас вот часто бывает такое, что когда мы какой-то фестиваль организуем, это всегда проблема фаундрейзинг, там, вот как деньги, откуда деньги взять, кто будет заниматься каким-то сузением. И часто нам приходится как-то даже расписание сузения составлять, но люди не хотят по своему расписанию действовать, и все они отказываются от этого, и поэтому невозможно как-то это, ну, разобраться, как, что там, никого не заставить. Но Мадхавиндапури, у него было такое сильное бхакти, что когда он попросил жителей Вриндавана: «А вы можете для Гопала что-то приготовить?» И они начали свои последние запасы доставать. Они огромное количество пхоги принесли. И он сам, и брахманы, они готовили вот эту пхогу. Там огромные, фактически они повторили то, что было во время Говардхана Пуджи. Когда жители Вриндавана, они поклонялись храму Говардхана. Они устроили фестиваль Аннукута. Анна означает еда, и кута означает гора, огромная гора еды. И в Ананда Вриндаваначам описано, как эта гора еды выглядела. Там были огромные-огромные горы риса, который был полит ароматным желтым ги. Вокруг стояли горшки сабджи, там были целые реки йогурта, там, молока, сладкого риса, огромное количество сладостей, покоры, там, кочори там, и так далее. То есть это чапати, это все то, что было приготовлены с огромной любовью, и потом они все это предложили Гирираджу. И вот то же самое повторилось, когда Мадхавиндапури, он поклонялся Гопалу, да? Он устроил этот целый фестиваль Аннукута. И когда это все было уже приготовлено, это положили перед Гопалом, и Мадхавиндапури, он сам лично это все предложил Гопалу. И когда он через какое-то время Гопал принял это все подношение, и все начали есть этот Махапрасад, и они, как говорится, просто улетели.
Они погрузились в какой-то огромный-огромный экстаз. Они были счастливы, они хотели петь, танцевать. Вот. Они фактически не могли остановиться. И после этого закончился вот этот день. И в соседской деревне она узнала о том, что вот эта деревня устроила огромный фестиваль для Легопала. И они были очень-очень счастливы. Да? И поэтому они попросили с другой деревни, а можно для нас тоже фестиваль устроить? И Мадхавендрапури, он, когда этот фестиваль, первый фестиваль прошел, он весь просад он отдал этим жителям и сам попил только немножко молочка. И потом второй день он опять-таки устроил этот фестиваль, третий, четвертый. Вот так вот они 18 дней подряд они устраивали этот огромный-огромный фестиваль в честь Гопала. И каждый фестиваль был еще лучше. И Шарупада пишет комментарий к этому разделу о том, что главное в менеджменте – это не просто какая-то формальная способность кого-то как-то разделять, там, то есть разделять обязанности, там, что-то организовывать. Он пишет, что если сознание Кришны есть, менеджмент будет следовать подобно тени. У Мадхавендрапури было настоящее сознание Кришны, которое проявлялось в его абсолютном энтузиазме, желании доставить удовольствие Господу, порадовать Его, послужить Ему. И вот это настроение, оно настолько эманировало от Него, что оно захватило всех бриджабаси. И они, следуя этому настроению, они готовы были отдать абсолютно все, чтобы порадовать Верховного Господа. Вот это настоящий трансцендентный менеджмент. Итак, Мадхавендрапури в течение какого-то времени, вот он, этот фестиваль закончился, и все было бы хорошо. Но к нему опять второй раз во сне пришел Гопал и сказал ему: «Мадхавендра, мне очень жарко». Как сейчас, например, вот мы во Вриндаване, и во Вриндаване только-только закончилась зима, там весна, и потихоньку начинается зимняя жара. И это очень жарко. Вы не можете даже представить себе, насколько жарко во Вриндаване, когда в тени плюс 50 градусов. Это в тени. На солнце там все плюс 80, там можно фактически просад готовить там, да, вот. И поэтому Господу было очень жарко. И кто-то может сказать, что он же каменный там, он, как ему жарко, он же, это просто камень, камень раскалился там и охладился, там никакой разницы нету. Но читайте Чайтанья-самриту, Господь Чайтанья говорит, про тему на Хитуме Сакшат Враджендранандана, что ты сам Господь, ты Кришна, ты не камень просто, ты не дерево, ты не металл, ты сам Верховный Господь. И Кришна, он очень мягкий, очень нежный. Он капризный такой. То есть, когда Кришна возвращается из леса Вриндавана в Нандаграм, гопи, они омывают его, старшие гопи, вот, как матери, вот, они омывают его. И они, для того, чтобы омыть Господа, они выбирают ему идеальную температуру, там, ароматная водичка, не слишком холодная, не слишком горячая, чтобы ему только приятно было. И поэтому этот Кришна, этот изнеженный, мягкий Кришна, юноша, который привык к этому комфорту, он долгое время находился под палящим солнцем. И поэтому сказал то, что «Мадхавендра, пожалуйста, мне очень жарко все равно. Этот жар, он просто сжигает меня изнутри. Поэтому нанеси на меня сандаловую пасту». И сандал, он обладает охлаждающим эффектом. Да? Вот. Если вы, например, вот очень жарко, они сандаловое масло, сандаловая паста, да, то, что охлаждает. Да? Как, например, змеи вот в эту жару они принимают прибежище у сандаловых деревьев, потому что они такие прохладные, там веточки, листики этого дерева, они очень прохладные. Подобно этому и сандаловая паста, она обладает охлаждающим эффектом. И Господь попросил Мадхавендрапури, а можно мне вот этой сандаловой пасты? И у него не было в наличии этого, этой сандаловой пасты. Она все времена стоила бешеные деньги просто, очень-очень дорого. Даже сейчас во Вриндаване, если вы пойдете на Лунный базар, и вам будут предлагать сандаловое дерево, по большому счету, большая часть это будет просто подделка. Не настоящее дерево, да. Обычное дерево, которое просто пропитали этим, сандаловым маслом, да. Это не настоящее дерево. Настоящее сандаловое дерево стоит очень-очень большие деньги. И поэтому, чтобы найти вот это дерево, оно в те времена было только в Джагнатхапуре. И что сделал Мадхавендрапури? Из Вриндавана до Джагнатхапури – это огромная дистанция, примерно 1500 километров. Это очень далеко нужно идти. И это не было, как тогда, как сейчас у нас есть поезда, самолеты, там, машины даже, там, автобусы.
это надо было пешком идти. И вот это расстояние, оно было разделено на разные княжества, то есть на разные какие-то, ну, там были свои границы, свои таможни, там было очень много бандитов, разбойников. И даже просто отшельнику идти было небезопасно. И представьте себе, что Матвейнапури надо было нести груз сандалового дерева, который стоил просто бешеные деньги. Там было практически на вес золота. Одна золотая монета была, стоила столько много, что целая семья могла питаться деньгами из этой золотой монеты в течение целого года. И там огромное, безусловно, богатство. И Матхвендапури, он пошел на это. Как описано о том, что когда он проснулся, он попросил преданных, чтобы они от его имени поклонялись Гопалу, и пошел в это путешествие полной решимости послужить Верховному Господу. Это как раз то настроение, которое должно быть у нас, как Шрилапрабхупада этот стих цитировал, как тот стих, который помог ему добиться этого огромного успеха, организовать ИСККОН, общество, которое проповедует чистые бхакти по всему миру фактически, в самых разных странах, самым разным людям. Он говорит, что это все пришло по милости духовного учителя. И он цитировал комментарии Вишнаяча Чандракуру к этому стиху из Бхагавадгиты 2.41. «Вивисят мика бутхир кехаку кехаку рунандана бахушакка хинантасча бутхайо вьявасайнам». То, что те, кто идут по этому пути, они однонаправлены в своих, и решительны в своих целях, достижении своей цели. «Бахушакка хинантасча бутхайо вьявасайнам». И люди, которые нерешительны, у них много целей, и они не смогут дойти до конца. Их разум много ветвист. Подобно этому Матхвендапури, он был однонаправлен, потому что доставить удовольствие Гопалу, что бы ему ни стоило. Он пошел в это путешествие, и он прошел уже большую часть пути, и он пришел в место, которое называется Римуна. Это Римуна, в котором был очень знаменитый храм Гопинатхи. В этом храме они готовили очень-очень уникальный, очень вкусный, очень ароматный сладкий рис, да, который в санскрите называется кшира, да, или кхир. Да. И когда Матхвендапури пришел в этот храм, он настолько проникся красотой Гопинатхи, он пел, танцевал, плакал просто в экстазе от того, что он получил даршу Верховного Господа. И как раз когда он был в этом храме, он видел, как на алтарь несут подношение. Там было несколько горшочков вот этого сладкого риса. И он посмотрел на этот сладкий рис и подумал, хорошо бы попробовать это, потому что я смогу такой же сладкий рис приготовить для моего дорогого Гопала, как преданного, у которого есть свои божества, например. Он хочет, чтобы они были полностью счастливы, чтобы им готовили самые лучшие блюда какие-то, самые лучшие ингредиенты, самые лучшие украшения, цветы там и так далее. Они хотят их порадовать максимально. И так как Гопал был бесконечно дорог для Матхвендапури, он очень сильно хотел его порадовать. И он знал то, что это очень вкусный сладкий рис. И он хотел ему предложить. Но чтобы предложить, он хотел попробовать, какой он на вкус вообще. И вдруг он поймал себя на мысли, то, что это же бхога еще. Это же Кришне не предложено. Я пытаюсь попробовать то, что Кришна не попробовал. И он понял то, что я совершил страшное оскорбление. Вот у нас, как бы, мы бы, может быть, там, ну, как бы, пытались себя оправдать. То, что, да ладно, там, что там такого особенного? Ну, там посмотрели, там, ну, подумали о том, чтобы поесть это. Как, например, пуджари, который предлагает просад на алтаре. И богу на алтаре. И он видит эти подношения, которые приготовили повара. И там самоски какие-то, там, чизкейк, там, рис, там, например, там, с панирчиком, там, сабжи, там, просто, ну, там, какие-то другие вещи, там, да, пицца, там, что-то еще. И он предлагает это и думает, скорее бы Господь поел. Вот вкусно, вкусные вещи, кушать хочется, как говорится, да. И ему-то нормально, может быть, вот так вот, такие мысли о том, чтобы попробовать эту всю еду. Но это то, что оскверняет подношение. Это то, что недопустимо для чистого преданного Господа. И Матхвендапури, когда он поймал себя на этой мысли, он подумал то, что я страшный оскорбитель вообще. Я Господа оскорбил. Поэтому какое право имею стоять перед ним? Бесстыжие, как говорится, Матхавендра. И он в боли раскаяния, он убежал с храма,
он пошел на рыночную площадь, он забился куда-то там под, под лавку там какого-то там торговца и лежал там, просто плакал, повторяя все имена: «Кришна, прости, Кришна, прости, Кришна, прости!» Как Бхагава там говорится: «Атапьямана хридая васитавна мами». Верховный Господь проявляется только в сердце, которое очищено болью раскаяния. И вот Мадхавендра Пури, он вот так вот раскаялся, он плакал, просил прощения, и в этом состоянии он очень долгое время вот так вот плакал, и наступил вечер, он все равно плакал, раскаивался, да, он винил себя в этом, да. Это трансцендентная вина, это крайнее смирение в этих великих преданных. И что произошло? Бушинам, да, не мулакам. Брихат Бхагаватамасе говорится, что дания – это корень настоящих отношений с Кришной. Когда преданный не считает себя достойным того, что он с Кришной общается, что он может ему служить, он не считает себя достойным попробовать принимать Махапрасад там, и так далее. То есть он хочет все отдавать Верховному Господу. Он просит Кришну: «Пожалуйста, позволь мне хоть как-то послужить тебе». И Мадхавендра Пури почувствовал то, что я не имею права служить Верховному Господу. И вот это его смирение, то, что я не квалифицированный, как раз-таки сделал его квалифицированным для того, чтобы служить Господу. И этой ночью к Пуджаре Гопинатхе пришел сам Господь и сказал ему то, что: «Знаешь, вот когда ты делал подношение мне, эти горшочки сладкого риса, помнишь, ты снимал это подношение с алтаря, и ты все горшочки нашел, но один горшок не смог найти. Так вот я лично спрятал этот горшок от тебя для Мадхавендра Пури. Я хочу, чтобы он попробовал этот Махапрасад». Представляете? То есть Мадхавендра Пури, он поймал себя на мысли, что он хочет попробовать этот сладкий рис, и он начал себя укорять, что я недостоин пробовать этот сладкий рис. Я оскорбил Верховного Господа. Но его крайнее смирение привело к тому, что сам Господь, он решил накормить его этим сладким рисом. Мы не можем заставить Кришну, чтобы он нас накормил. Считая то, что: «Кришна, ты должен заботиться обо мне. Ты же сам говоришь в Бхагавадгите: «Ананьяшчинтэнтэмам еджанахпари пасатэтишам нитяпьюктанам йокакшэмам махамьихам». Если преданный служит мне с любовью и преданностью, то я сам лично приношу ему в руках то, что ему не, чего ему не хватает, и сохраняю то, что у него есть. И в общем пытаться требовать: «Кришна, а ну-ка там службы доставки Голока Экспресс, как говорится, Кришна, продукты в студию там, чтобы вот это прямо по списку все было». Если мы будем пытаться вот так вот на Кришну надавить и заставить его, это не то настроение. Но если мы считаем себя недостойным того, чтобы Кришна нам дал что-то, чтобы мы приняли это как его любовь, его милость, когда мы считаем себя неквалифицированным к этому, вот тогда как раз-таки Кришна сам лично нам это все приносит. И поэтому он позаботился о том, чтобы Мадхавендра Пури смог попробовать этот сладкий рис. И этот Пуджари, когда Господь к нему пришел во сне, он подумал: вот это да, вот это чудо. Он бегом совершил омовение. Опять-таки, там вайшнавский этикет, мы не можем прямо со спальника так вот залезть на алтарь, да. Даже если Кришна к вам во сне пришел, он очень строго следует всем этим принципам. И он совершает омовение, идет на алтарь и находит этот горшочек сладкого риса в одежде Гопинатхи. Не знаю, где это было, в кармане там, или где-то еще там, в подходе. Он берет этот рис, он выбегает с алтаря, он выбегает из храма и пошел искать саньяси Мадхавендра Пури. Он говорит: «Мадхавендра Пури, где ты, где ты, где ты? Представляешь, для тебя сам Господь украл сладкий рис. Попробуй, это особый минус для тебя». И Мадхавендра Пури в это время, он там молился под этой лавкой, просто повторял все эти имена. Он слышал, что кто-то его зовет, он думает: «Я выйти? Да не могу, да я не достоин того, чтобы показаться Пуджаре на глаза. Он видит меня, просто осквернится из-за этого». И он начал вот так вот молиться, и в конце концов, по запаху премы, как говорится, Пуджари, вычислил, где находился Мадхавендра Пури. Он пришел к нему и говорит: «Мадхавендра Пури, поешь, пожалуйста, это для себя». И когда Мадхавендра Пури попробовал этот остатки рис, он был просто вне себя от счастья. И что он сделал? Он взял этот горшочек, который остался от этого сладкого риса. Там, если вы когда-то были в Римуне, там маленькие-маленькие горшочки такие, да? Он это попробовал, и он вот этот грязный горшочек, он его разбил на куски, он вшил эти куски в свою одежду, и потом через какое-то время он периодически он брал вот эти вот кусочки этой глины и съедал их, как милость Гопинатхи. И потом после этого он понял то, что сейчас ради меня Господь устроил чудо. И это чудо, оно приведет к тому, что люди начнут мне поклоняться, начнут меня прославлять как-то. И это то, что помешает моему баджану. В читании Бхагавати говорится о том, что Мадхавендра Пури, хотя он был великим вайшнавом, он путешествовал в одиночку. И почему? Потому что он видел то, что люди, они в этом мире, они погружаются в рассказы о каких-то мирских вещах.
И даже преданные часто они говорят не о сознании Кришны, а там занимаются праджалпой. Ему было просто как ножом по сердцу вот эта праджалпа. Представляете, какой уровень вайшнав? Когда кто-то при вас говорит на какие-то мирские темы, там политика там, и так далее, ему просто больно это. Он хочет только Кришне говорить. Он целомуден в том, чтобы слушать только Кришну Катху. И поэтому Махамеда Пури было больно это слушать. И он решил оставаться в одиночестве. Он не общался с какими-то такими обычными людьми, даже с преданными обычными. Но однажды описано о том, что когда он путешествовал через Навадвипу, он встретился с другим великим вайшнавом, которого звали Адвайта Ачарья. И он увидел то, что Адвайта Ачарья, он был тоже погружен в сознание Кришны. И он настолько вдохновился этим, что они долгое время они говорили о Кришне, и Адвайта Ачарья, видя то, что это величайший вайшнав, он попросил Махамеда Пури, а можно вы будете моим духовным учителем? И вот таким образом Адвайта Ачарья, он стал учеником Махамеда Пури. Вот. И также другой раз в читании Бхагавати рассказывается о том, как Махамеда Пури, он находился у себя окруженный своими учениками, близкими учениками. Он путешествовал по святым местам. И в это время Господь Нитянанда тоже путешествовал по святым местам. И он приходит в то место, где был Махамеда Пури, и они друг дружку увидели. И там говорится, что когда Махамеда Пури увидел Господа Нитянанду, он понял то, что это вообще Нитья Ананда, величайшее блаженство. Он просто упал в обморок от экстаза, от счастья того, что он видел такого великого вайшнава. И когда Господь Нитянанду видел Махамеда Пури, он тоже упал в обморок от того, что он видел такого великого вайшнава. И потом они пришли в себя, они обнялись, они начали омывать друг друга слезами экстатической любви. Они долгое время общались между собой, не говорили только о Кришне, они не могли разлучиться. И только через долгое-долгое время они пошли по своему маршруту. Поэтому Махамеда Пури, он очень и очень сильно боялся того, чтобы он не погружался в праджалпу. Он понял то, что сейчас его будут поставлять, и его внутренний баджан будет нарушен. И он попытался как-то убежать от этой славы. Он сразу же, как до этого, он убежал из храма, посчитав то, что он совершил оскорбление. Здесь он убежал от славы, от почета, уважения. Это тонкие нартхи, которые описаны в читании Чаритамрити, когда очищали храм Гундича. Пуджа, лабха, пратишта, кутинати, ниситхачара, дживахимса. Да? Пуджа – желание славы, почета. Лабха – желание выгоды какой-то. Да? Пратишта – желание быть уникальным, особенным, не таким, как все, на особом счету других преданных. Да? Вот, чтобы они поклонялись себе. Ниситхачара, кутинати, поиск недостатков других людей, которые не такие прославленные, как ты, кто получает больше славы, почета, чем ты. Да? Дживахимса – когда такой человек готов даже боль причинить этим вайшнавам за счет того, что они более старше, чем он. Поэтому ниситхачары, когда они оправдывают свое неправильное поведение, считая то, что они уже на самом счету у Верховного Господа. И Махамеда Пури, он был полностью свободен от всех этих вещей. Он не хотел никакой славы, никакого почета, ни признания. Он хотел только оставаться смиренным слугой Верховного Господа. И поэтому, понимая то, что сейчас эта слава к нему придет, он просто убежал из этого города, из Римуны. Но в читании Чаритамрити говорится, что когда человек, он ищет славы, почета, они убегают от него. Он пытается их догнать, они от него убегают. Но когда он не ищет славы, почета, то славы, почета, они догоняют его и перегоняют его. И поэтому, куда бы ни пошел Махамеда Пури, все уже знали, что это великий святой. Они принимали его, они помогали ему, они давали ему зеленую дорогу, они поддерживали его, то есть у него было всегда что поесть. Да? Сам Кришна, он организовал это, потому что он был настоящим. И дальше, вот в этом настроении Махамеда Пури, он доходит до Джаганнатха Пури, он приходит туда, и что произошло? Царь Джаганнатха Пури, он, узнав о том, что пришел этот великий святой Махамеда Пури, он лично вышел к нему и спросил у него: «Святой человек, скажи, пожалуйста, могу ли как-то тебе помочь? Что тебе надо?» И Махамеда Пури смотрит на него и говорит: «Знаешь, а ты мог бы мне дать 40 килограмм сандалового дерева?» Фактически 40 килограмм золота. Да? И представьте себе, то есть какой-то там нищий попрошайка приходит, кого никто не знает, и просит там 40 килограмм золота, да ему не дали бы это ничего. Он бы так и остался, пошел бы с носом, как говорится, с пустыми руками. Но
поскольку все знали, что это великий святой, и царь тоже знал, что это великий святой, он говорит: да, конечно, да, конечно, да, конечно. То есть вот эта ситуация, когда Мадхавиндапури, во-первых, он сделал шаг в сторону смирения, он не начал оправдывать себя: да ладно, посмотрел там на этот сладкий рис, там ничего страшного, я же его не попробовал, там просто мысли появились. В Кали-юге мысли не принимаются в расчет, все хорошо, все нормально. Он не стал себя оправдывать, да? он сделал шаг в сторону смирения, и Кришна заметил это. И дальше, когда он бежал от славы, Кришна тоже это заметил. И поэтому это было то испытание, которое он прошел. Да? И так как он был настоящим, Кришна устроил так, что препятствия к тому, чтобы получить сандаловую пасту, они, сандаловое дерево, они были убраны. Сам царь лично предложил ему это дерево. И более того, он дал ему еще там несколько килограммов камфоры, которая тоже очень важную роль играет в поклонении божествам. Он дал ему несколько носильщиков, чтобы они помогли ему нести этот тяжелый груз. Да? 40 килограмм. Представьте себе, если кто-то когда-то был туристом, это очень тяжело даже в рюкзаке нести. Да? И он нес это, ему помогали это все нести, и затем он дошел до границы царства вот этого царя Джагнатхапури и пошел дальше. И он, понимая то, что это огромные деньги, там, это страшно, он просто молился: Кришна, пожалуйста, помоги, помоги, помоги. И вот он вот так вот полностью надеясь на милость Верховного Господа, он обратно возвращается в Римуну. Да? И в этот момент, понимая то, что он прошел только, может быть, одну четверть пути, ему еще три четверти, самая опасная часть пути, он был готов с решимостью идти до конца, что бы ни происходило, идти буквально на смерть ради Гопалы, ради того, чтобы доставить ему удовольствие. И что произошло? Гопал, когда Мадхавиндапури пришел в Римуну, опять-таки в храм Кширачора Гопинатхи, да, Кширачора, то есть Кшира, сладкий рис, и Чора, воришка, тот, кто украл сладкий рис для Мадхавиндапури. Да, именно так этот храм начал называться с тех пор. И он пришел в этот храм и собирался идти дальше, но этой ночью к нему опять во сне, уже третий раз во сне пришел Гопал и сказал ему: знаешь, Мадхавендра, а тебе дальше идти не надо больше, потому что Гопинатха, его тело и мое тело, они не отличны. И если ты сейчас возьмешь вот эту пасту и нанесешь ее на тело Гопинатхи, это будет то же самое, что ты нанесешь ее на мое тело, мне станет прохладно, и тебе нужно идти дальше. Тебе не нужно больше бояться за то, что на тебя нападут, тебя убьют, там, украдут, там, что у тебя там лишение, трудности. Вот. Кришна сам лично убирает препятствия с пути чистых преданных, когда они готовы пойти на все ради служения им. Поэтому, когда Мадхавиндапури сказал об этом Пуджари, Гопинатхи, они были, конечно, в экстазе. Представьте себе, какое счастье привалило. 40 килограмм сандалового дерева на весь золото. И он начал лично это дерево стирать в пасту, наносить на Гопинатху. И вот так вот он долгое время находился там, вот в этом месте. Да. То есть это несколько уроков того, как Кришна проявляется тогда, когда мы настоящие. Он отвечает взаимностью. Вот. Когда мы не хотим наслаждаться в рамках преданного служения, когда мы хотим служить. И в читании Бхагавати приводится еще одна история того, как когда Господь Читания путешествовал по Южной Индии, он встретился с одним преданным, которого звали Шриранга Пури. И когда они друг дружку увидели, они были в таком экстазе просто, что он не мог остановиться. Они вместе пели святые имена, они танцевали. И Господь Читания, увидев этого человека, он понял то, что что-то здесь нечисто. Потому что обычно, когда он пел, танцевал, обычные люди, они как-то так, ну, прохладно к этому относились. Они тоже там принимали это, но вот это была очень необычная реакция. Да? Он спросил: а кто ты такой, откуда ты, почему у тебя такая чистая любовь к Богу? А то спросил у него: а ты откуда вообще? Почему у тебя такая чистая любовь к Богу? И Шриранга Пури сказал то, что я ученик Мадхавендра Пури, великого святого. А Господь Читания говорит: Мадхавендра Пури, а знаешь, а я ученик Ишвара Пури, который тоже является учеником Мадхавендра Пури, поэтому мы с тобой одной крови. И Шриранга Пури спросил: Господь Гуранга, а ты откуда ты родом? Он говорит: а я родом с Навадвипы. И Шриранга Пури начал рассказывать о том, что когда-то, много лет тому назад, когда он путешествовал со своим духовным учителем Мадхавиндра Пури, они пришли в Навадвипу, в Майяпур. И там они встретились с Джаганнатхом Мишрой и Шачиматой, которые были родителями Господа Читания. И Шриранга Пури рассказывает о том, что Шачимата, она с такой любовью приняла Мадхавиндра Пури, что она начала его кормить. И Шриранга Пури говорит, что я до сих пор помню вкус этого карри из банановых листьев, который приготовила тогда Шачимата. И она с такой любовью кормила нас, что Мадхавиндра Пури дала все благословения всей этой семье Джаганнатха Миши и Шачиматы.
Опять-таки, да, вот Мадхавендра Пури, который пришел задолго до Господа Чайтаньи Махапрабху, и который вот так вот виртуально, как бы, да, через отца и мать дал благословение Господу Гауранге, на чистую любовь к Богу, понимаете? Вот, и поэтому Шри Шивара Пури, он был учеником Мадхавендра Пури. И после этого, когда Господь Чайтанья, он отправился тоже в путешествие во Вриндаван, там приводится еще одна история о том, как он пришел в Мадхуру, и, как обычно, он пел, танцевал. В это время у него было только два помощника, два слуги. Один из них это был Балабхадра Бхаттачарья, другой это просто был тоже слуга, который нес его к Камандалу. И они пришли в дом великого одного брахмана. Это был Санадия Брахман. Санадия Брахмана — это были те люди, которые служили вайшьям. Причем вайшьям не высшей категории, они были их советниками, их помощниками. Да? Вот. И они, поэтому так как эти брахманы, они служили как бы, то есть вайшьям, которые находились относились не к самой высокой касте, считается, что брахманы, они не должны служить швабрите. Да? И поэтому считалось, что вот эти брахманы, Санадия Брахманы, они как бы на уровне шудры, то есть это не самые возвышенные брахманы. Но когда Господь Чайтанья с этим Санади Брахманом встретился, и он начал петь киртан, этот брахман тоже начал в экстазе «Харибол, Харибол, Харибол» вот так вот петь киртан, петь, танцевать. И поэтому Господь Чайтанья, он очень сильно удивился. Он спросил: «А кто ты такой? Откуда у тебя такая чистая любовь к Богу?» А тот спросил: «А откуда у тебя такая чистая любовь к Богу?» И Господь Чайтанья сказал то, что «Я ученик Ишвара Пури, который является учеником Мадхавендра Пури». И тот говорит: «Знаешь, а я тоже ученик Мадхавендра Пури. Когда Мадхавендра Пури шел по дороге во Вриндаван, он остановился у меня дома, и он принял у меня дома прасад. Я лично накормил его, и он дал мне посвящение, я его инициированный ученик, он передал мне вот эту любовь к Богу. Поэтому, когда я увидел тебя, я почувствовал, что это родное». И Господь Чайтанья, он, и этот Санадия Брахман попросил Господа Гаурангу, чтобы он остался у него дома. И тот остался у него, и этот Санадия Брахман сказал: «Балабхадра Бхаттачарья, вот тебе продукты, приготовь, пожалуйста, что-нибудь для Господа Гауранги». И Господь Чайтанья, так как говорится в читании Чаритамрити, он загадочно улыбнулся и сказал: «Нетушки, вот давай-ка ты готовь прасад». Вот он такой: «Как я могу это представить? Ты же саньяси, высшей категории. Я непонятный какой там брахман, то есть я шудра просто. И приняв просад у меня дома, ты нарушишь принципы саньяси, ты осквернишься». Да? Как вайшнавы, они обычно очень-очень разборчивы в том, чтобы принимать просад в чужих домах. Особенно если не брахманы, и особенно если не саньяси. Потому что если человек по стольким правилам варнашами, он принимает просад у кого-то, кто относится к низшей касте, то он, нарушив свою касту, он может деградировать, да? Он может осквернить свою бхакти. Поэтому они очень сильно боятся, как Мадва Сампрадая. Вот эти саньяси, вот их ачарьи, они настолько их берегут, что они, когда выходят, вокруг их там целая группа учеников, они со всех сторон их окружают. Как я помню, однажды, когда я был в Удупе, и мы были на даршине в Удупе Кришны, и там как раз-таки проходил вот этот один из свамиджи, вот один из саньяси. Он шел, его ученики, они просто буквально эту толпу вот так вот мягко расталкивали, они читали ведические мантры, чтобы, не дай бог, там этот саньяси никак не сквернился. Да? Поэтому они очень к этому щепетильно относятся. Но Мадхавендра Пури, он принял просад в доме этого Санадии Брахмана. И Господь Чайтанья говорит, что так как мой Гуру Махарадж, мой Парам-Гуру, принял просад в доме этого Брахмана, поэтому я тоже хочу, чтобы ты приготовил этот просад. И тот такой: «Нет, нет, Господь». Он говорит: «Я прошу, пожалуйста, приготовь». И Господь Чайтанья принял просад в доме этого Брахмана. И дальше он приводит этот стих: «Дхарма стабанам хету садхуру вивахара, Мадхавендра Пури еячара сей дхарма сара». То, что именно садху, они своим поведением, они устанавливают принципы священных писаний. Да? И то, как появился Мадхавендра Пури, это и есть суть всего учения вед. Это и есть самое главное, то, чему учит священное писание. Ведайша сарвари ахама ведях, Кришна говорит, что смысл всех вед — это меня постигнуть. И бхактима обиджанати ивана счастья метатва даха, только с помощью бхакти можно понять меня таким, какой есть.
И Матвейна Пури, он увидел бхакти, которое было в сердце этого человека, этого Санадхи Брахмана, и поэтому он, хотя тот внешне относился к категории шудр, он принял персад у него дома. Да? И дальше Господь Читания поэтому говорит, он приводит стихи из Махабхараты. Тарко пратиштха шутайо випхина насау решир есть симатам напхинам нормаси татвам нихитам ухаям махаджина ена гатах сапандхах. То, что священные писания, они очень обширны, да, тарко пратиштха, логика, она не имеет основы. Можно и так ее использовать, крутить ее как-то, да, как Господь Читания, когда он был немай пандитом, он спорил со всеми этими логиками, там, вот, он какое-то утверждение делал и просил их, опровергните это, пожалуйста. Они не могли ничего сделать, оно так оставалось. И затем, когда он, они понимали, что они потерпели поражение, они не смогли ничего сделать, он делал противоположное утверждение, он сам себя опровергал. И говорил то, что «а теперь вот это поверните». Они не могли это повернуть. И потом после этого он опять первоначальное утверждение устанавливал, и опять они не могли ничего сделать. И так по много-много раз, чтобы показать, что логика, она не имеет основы. Ее можно и так вывернуть. И шутайо випхина, священные писания, шрути, они випхина, они очень обширны. И есть очень много великих мудрецов, насау реширу, есть саматам, напхинам, но каждый из них пытается свое личное мнение как-то продвинуть, да, установить. И поэтому «дармаси татвам нихатам ухаям», что сокровенный смысл священных писаний, он находится в сердце самосознавших душ. «Махаджан ена гатах сапанхах». И мы должны идти по пути предыдущих махаджан, великих святых прошлого. Да? И поэтому Шрила Матвейнда Пури, он показал нам о том, что самое главное, что бхакти – это основа всего. Да? Бхактяйна Пурушам Найти, именно с помощью бхакти мы можем привлечь внимание Верховного Господа. Бхактяйна Пурушам дальше идти. Именно благодаря бхакти Кришна дает нам свою даршан. И бхактия его ваша пурушах. С помощью бхакти можно покорить Кришну своему контролю. Кришна подчиняется любви своих чистых преданных. И поэтому дальше этот стих из Матхара Панишат, Адхарва Веда говорит, бхактир и вабхуйси. Только бхакти – это единственная вещь, ради которой стоит стремиться, которой стоит стремиться в этом мире. И у Матхавиды Пури было это чистое бхакти. Он видел это бхакти в сердце этого Санадхи Брахман. И поэтому он принял прасад у него дома. И Господь Читания, идя по стопам своего духовного учителя, он тоже принял прасад в доме этого Санадхи Брахмана. Итак, это Матхавиды Пури. Это очень великий ачарья, великая личность, которая показала нам своей непоколебимой решимостью, своим чистым бхакти, что если бхакти будет, Кришна, он ответит взаимностью. Кришна, он поможет нам, даст нам все, что необходимо для служения Ему. И как сейчас, например, мы знаем то, что когда Равана украл Ситу Деви, то фактически он, Сита Деви – это богиня Пресвитания. Да? И он попытался вот эту энергию Верховного Господа использовать для своего чувственного наслаждения, эксплуатировать ее каким-то образом. И подобно этому сейчас весь мир, он находится под влиянием людей с демоническим настроением. Они пытаются эксплуатировать ресурсы Верховного Господа. И начинаются войны за ресурсы, какие-то конфликты, проблемы. И это коренная проблема, причина, почему столько много страданий, боли, насилия, эксплуатации в этом мире. Да? Но решить ее можно только тогда, когда у нас появится дух служения Верховного Господа. И когда мы пытаемся служить Кришне, то сама богиня процветания, она служит таким чистым преданным, она помогает им. Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он начал проповедовать после ухода своего духовного учителя Лаур-Кишору Дас Бабаджи Махараджа, его отца Бхактивинода Такура, сознание Кришны, то он был в полной беспомощности, он понимал, кто я такой, чтобы исполнить миссию своего Гуру Махараджа. Он начал плакать, Гуру Махарадж, пожалуйста, помогите, помогите. И в этот момент к нему пришло видение панчататвы, которые шли из Юкапитха с огромным киртаном. И он упал перед ними в дандават, они подняли его и сказали то, что «Бхактисиддханта, не переживай, ты только начни, и за тобой будет последователь, будет совершенное знание, будет огромное богатство, только начни, потому что мы верим тебе, что ты настоящий». И подобно этому Матхавенда Пури своим чистым бхакти, у него было вот это однонаправленное желание. Я хочу порадовать Гопалу, я готов все дать ради того, чтобы он был счастлив. Да? И поэтому, видя вот это настроение, Верховный Господь помог ему.
он вдохновил всех этих ближе-братьев, чтобы они помогли ему в своем служении. Это совершенно менеджмент, да. И далее, когда Матхамеда Пури, он пошел ради того, чтобы принести эту сандаловую пасту, и он проявил свое крайнее смирение, полную свободу от каких бы то ни было анарх, от каких бы то ни было корыстных мотивов в преданном служении. Верховный Господь сам лично помог ему обрести то, что ему надо. И он убрал все препятствия с его пути. Это все те уроки, которые мы можем извлечь из жизни Матхамеды Пури. Поэтому сейчас, в наше смутное, очень непростое время, когда в этом мире есть все, кроме чистого бхакти. И наша задача – это идти по стопам тех великих личностей, у которых было это чистое бхакти, просить их о милости, молиться им, чтобы они помогли нам тоже стать такими же настоящими. Как в Шримад Бхагаватам, в 11-й песне Бхагаватам говорится 11.3.22 «Татра Бхагавата Тарман Шикшет Гуру Атма Дайвата, а моя инувейца яйс тушьет Атма Атмадо Харихи». Что мы у Гуру должны учиться Бхагавата Дхарме, вот этому духу предания, абсолютной искренности на духовном пути. И «Амая инувейца», чтобы наша бхакти была свободна от лицемерия. И «Тушьет Атма Атмадо Харихи». Если эти личности будут довольны нами, то Кришна, Он само себя отдаст нам. Это именно то, о чем Кришна говорит в Шримад Бхагаватам, в 9-й песне, обращаясь к Дурвасе Муни. «Ахам бхакта парадхина хесватан трива двиджах сатупир грастамунайо бхактир бхакта джана приеха». Я нахожусь полностью под контролем моих чистых преданных, как если бы я не был сватантра, независимым Верховным Господом. Да? Сатупир грастамунайо, эти садху, они заключают меня в своем сердце. Бхактир бхакта джана париха. И также те люди, которые являются преданными, преданных Верховного Господа, кто служит им, пытаясь идти по их стопам и проявлять то же самое настроение, Кришна подчиняется также и таким преданным. Когда такие личности, они видят, что кто-то искренне пытается идти по их стопам и действовать так же, как они вели себя в отношении с Кришной, вот тогда эти личности, они дают нам все свои благословения. И по их милости мы можем тоже стать настоящими. Поэтому сегодня, пожалуйста, помолитесь, чтобы мы не просто формально изучали Священное Писание, чтобы нам открылся сокровенный смысл Священного Писания. Вот это раса вайсаха, вот это настоящий раса в отношении с Кришной. Чтобы мы когда-нибудь дошли до этого уровня спонтанного преданного служения. Чтобы мы смогли преодолеть какие-то внешние правила и ограничения. Да? Чтобы мы смогли правильно использовать вот это все, энергию Верховного Господа в служении Ему. Чтобы чистые бхакти распространились по всему миру. Потому что Матхамеда Пури, он был семечком, из которого выросло огромное дерево бхакти. И мы все с вами являемся частями этого дерева. И Господь Читания, Читания Чаритамрити, он отдает приказ всем частям, всем веточкам, всем листикам этого дерева. Он говорит, я приказываю вам, идите и проповедуйте. Я садовник, я вырастил это дерево. И на этом дереве есть очень-очень много прекрасных, очень вкусных плодов чистого бхакти. Огромного счастья, которое можно испытать в отношении с Кришной. Но я один. Сколько я сам смогу этих плодов раздать? И поэтому, пожалуйста, сами вкушайте эти плоды. И не только для себя, а раздавайте их другими. И чтобы мы могли стать настоящими проповедниками, в первую очередь мы должны стать теми, у кого вот это истинное настроение в отношениях с Кришной. И пример Матхамеды Пури – это то, что может нам помочь. Как в Бхагаватам Махараджа Парикшита, представляясь Шукадева Госвами, произносит удивительнейший стих. «Яшам сансмаранат памсам садьёши тьянти вай грехат». «Ким пунардашина спаршабада шауча асанадипхих». Просто помни о таких великих личностях, как ты. Наши сердца, наши дома, они очищаются от всей материальной скверны, от всех неправильных мотивов, от всей лжи, там, лицемерия, обманы и так далее. И «Ким пунардашина спарша». Что же говорить о том, если мы можем получить даршин вас, спарша коснуться вас, пата шаучина, омыть стопы и асана адипхих, и попросить, чтобы вы рассказали нам о Кришне. И поэтому просто вспоминаю вот сегодня, вот этот удивительнейший день ухода Матхамеды Пури, вспоминая о его качествах, о его милости, о его настроении. Мы можем получить его благословение. И во Вриндаване есть несколько мест, которые связаны с Матхамеды Пури. В первую очередь это на Гвардхане. Да? Там есть место, которое называется Гопала Пракатастхари. Да? Это недалеко от деревни Аниор. Место, где Матхамеда Пури нашел это божество Гопала. Также есть его баджан кутир на Говинда Кунти, где он находился, он занимался своим баджаном. То самое место, куда ему Кришна пришел, принес ему горшочек молочка. И также на Рада Кунти там есть место, которое называется Матхамеда Пури Байтак. Место, где
он когда проходил Гавардхана Парикраму, он половинку Гавардхана обходил, и на Радхакунде, так как это высший пик, как бы вот самый верхний пик Гавардхана, он там останавливался на какое-то время, он там передыхал немножко, ну, то есть как-то, и потом он шел дальше. Да. Поэтому там тоже есть небольшой храмик, небольшой самадхи, который связан с Мадхавендрапури. Да. И если у вас есть возможность, если вы в Вриндаване, пойдите туда, в эти места, помолитесь ему, да. Это божество Гопала, которое нашел Мадхавендрапури, оно после ухода Мадхавендрапури, ему продолжали поклоняться в течение какого-то времени, и Господь Чайтанья, когда он пришел в Вриндаван, он очень сильно хотел получить даршан этого божества. Но так как оно находилось на Гавардхане, то он не мог подняться на Гавардхан, так как это считается, что Гавардхан отличный от Кришны. И когда мы идем по Гавардхану, мы совершаем оскорбление. И Кришна ради него совершил чудо. Он устроил то, что появились слухи о том, что мусульмане опять напали на Вриндаван. И пуджари с этого храма, который находится на верхушке Гавардхана, они спустили это божество вниз и спрятали в какой-то деревне. И Господь Чайтанья узнал о том, что это божество находится в деревне, он пошел туда и получил даршан этого божества Гопала. И после этого, когда Госвами Вриндаван, они приехали сюда, во Враджу, и они открывали храмы, они открывали святые места, совершали свой баджан, в том числе на Гавардхане. Но они понимали то, что так как это божество находится на Гавардхане, они не могут ему поклоняться. И они попросили, чтобы сын Валабхачари, который звали Виталанатх, чтобы они приняли на себя поклонение Гопалу. И после этого, когда Аурангзеб, он опять напал на Вриндаван, начал грабить храмы, там, то есть разрушать их, там, убивать вайшнав, опять-таки была опасность. И вот это божество Гопала, его отвезли из Вриндавана в Надхадвар. И сейчас он известен как Шринатхаджи. Да. Это очень-очень удивительное божество. Если вы приедете туда, вы можете получить его даршан. Да. Вот. И там, я несколько лет тому назад тоже был вот в Шринатхаджи, и там ему предлагают удивительнейший просад. Там предлагают вот ладу, вот вы не поверите, вот такой вот размер футбольный мяч. Огромный, очень вкусный, ароматный ладу. Да. Но самое главное блюдо, которое предлагают Гопалу, это макхан. Макхан – это называется, то есть это масло, да, которое смешано с мишей, с сахаром и сахаром тростника. Очень-очень вкусно. Я помню, как мы с приятелем приехали туда, и нам дали эти огромные лады, мы их попробовали, но пуджари такой загадочно посмотрел на нас и говорит то, что «А хотите вот самый крутой, как говорится, самый такой блатной, может быть, самый вкусный просад от Шринатхи Джи?» Мы говорим: «Да, конечно, конечно, хотим!» И нам принесли немножко вот этого макхана. Там буквально, вот, знаете, такая тарелочка из листиков, да, и там чуть-чуть было этого масла. И мы поели этого масла, просто улетели вообще. Огромная-огромная милость просто. Да? Поэтому, если у вас есть возможность тоже, если вы хотите получить даршан Шринатхаджи, то вот, отправляйтесь в Надхадвар, и там, вот, там можно тоже получить его даршан и получить его махапрасад. Итак, это Мадхавендрапури, очень великая личность, тот, кто является семенем чистой любви к Богу, предтечи как бы прихода Господа Чайтанья Махапрабху, это тот, как отец преданного служения, тот, с кого все началось, да. И как мы говорили, это древо желаний, которое способно исполнить все желания на духовном пути. И не просто какое-то там древо желаний, как обычно мы думаем, что какая-то там калпабрикша, не чтобы там манджери, там, например, или кто-то еще там, да, гопи какая-то. Деревья желаний обычно они находятся в Шантарасе. Но на самом деле это не обычное древо желаний. Это древо желаний из Нидхувана, того места, где Кришна, Шримати Радхарани, проводит свои самые-самые-самые сокровенные игры. Поэтому это та личность, которая все знает. Если мы помолимся ему по его милости, то тоже когда-нибудь сможем по-настоящему войти в Юкту Вриндаван и остаться там навсегда, погрузившись полностью в этот тот экстаз настоящей чистой любви к Богу, который находился в самом Мадхавендрапури, его ученик Ишварапури, Адвайта Ачарья, да, который призвал сюда в этот мир Шри Чайтанья Махапрабху, сам Господь Гауранга и все его настоящие последователи, наши духовные учителя. Поэтому мы находимся в этой сампрадае в Мадхавендрапури. И Балдеви Дапушина, как мы говорили, что именно он установил вот эту вот, подчеркнул вот эту связь в Мадхавендрапури, он доказал, что мы с Мадхава сампрадае, что мы авторитетны на сампрадае. Он в Прамее Ратнавали, в 4 стихе, говорит о том, что человек, который медитирует на членах нашей Гуру Парампры, наших предыдущих ачарьев, он обретет непоколебимую веру и решимость на духовном пути.
Поэтому сегодня мы с вами поговорили про Мадхавендра Пури, и я очень надеюсь, что у нас получится также говорить про других великих ачарьев нашей сампрадаи, чтобы наша бхакти стала непоколебимым, и что бы ни происходило в этом мире, мы смогли дойти до конца этого очень и очень непростого духовного пути и помочь в этом огромному количеству других живых существ. Шипада Мадхавендра Пури, Тирупхамаха Махотсава Ки Джай, Шипрупада Ки Джай, Света Бхакта Вринда Ки Джай, Гора Примананди, Харибу.